Все, скажи, куда мы собрались? Куда мы идем вообще? К морю или что? К морю. А, вы море там, да? Да. Влад, где море-то? Да, море прямо, Паша. А, ну все. А мы что, не мы спортсмены? Фото, бабулик возле подъезда делает. Ребята, а вы не подскажете, вы зачем сюда приехали? Вы же спортсмены, нет? Так вот, почему я веду разговор-то про этот Красноярск. Приехали, почему я говорю? А, потому что вот за три дня, там, наверное, вот мы опа, музон такой. Все, вот и море. Я не вижу, сука, прорыл. Я каждый день бухал. Они, падлы, бухали, блядь, вот, нахуй. И потом, блядь, мне фильм хотят. Слушай, у меня эта камера даже не возьмет, необъятная это. Ну, бакланы там. Ну все, пришли. Слушай, тут 5 минут-то и не ушли даже. И все наши тут сгорели. О! Знакомые из Питера. Ребята, вы тоже спортсмены, да? Вы тоже спортсмены, а да? А то, блядь! Старость не радость. О, это точно спортсмен. С Питера точно. Мы же это, на юге. Ну, понятно. Да. Кстати, вода теплая. Что-то да, вообще вода, есть, вода вообще да, теплая. Пиздец, по-другому. Да, бабушка, это мамуська. Фу, блядь, жарко стало. Да. Слушай, давай кого-нибудь скинем в день праздника. Давайте. Раскачаем это. Купили, короче, коньяка 0,375. Короче, это... Уронили. Нет, сам. Решили, чтобы не палиться, короче, этот самый. В один приход уебать по стакану. Да, и как? Нормально? Нормально. Молодцы. Лиз, уже купаться пошел. Один не сдюжил. Молодец. Ничего, я на море никогда не... Все правильно, да. Я просто никогда не... Чего? У вас второй пошел уже. Я держусь. Вы что, не спортсмены, что ли? Откуда? Смотри, так а что, не спортсмены, что ли? Физкультурники, да. Где-то можно тут? Леха, ну то есть ты же спортсмен. Чего? Там за буйки не заплывают, а то понял? Хотя их там нету, насколько я вижу. Ты тоже купался? Не, если Леха ебнут, конечно, я тоже нырну. Да? Давай. Вода, говорят, теплая, да? Леха, с разбегу. Да, это с Питера приехали, да. Санкт-Петербург. Ну, нормально, молодцы. Давай, фоткай. Да, фоткай. Че тут фоткать-то? Инфаркт ваш фоткать. Инфаркт, да, ваш? Че, теплое? А чем ты вытираться будешь? Об камни, ёптра, оботрём его. Ползи по камням, да, вода сойдет. Что, прям соль? Как огурцов. Закусывать можно. Нет, вообще там рассекает, смотрите. Ой, вот и Влад тоже был. Влад, брат, ты тоже купался? Нырну, братан, да. Первый раз на море, сейчас по-любому окунусь. А потом... А что, говорит, трудовые резервы бегут? Все бегут. Ну там два корабля, да? Слабо до них? Я сразу в Лёхе спросил, что на фигню куда купить? Спроси, кто там, чего на кораблях там. Что продают? Хорошо. Черт, зря плавки я не взял, да? Да. Да они все в семейниках идут. Конечно. Господи. Холодная, Влад!
Теплая? Не, серьезно, ты выебываешься. Ну пробуй, давай, еще. В часах, Влад, в часах. А у него противозачаточные там. Влад, ты с сигаретой. И в трусах, да, еще? И в трусах. Ну что, холодно, Лёха? Товарищ, что вы нам скажете на этом? Холодно? Ну, после 17 градусов холода, конечно, здесь. Холодно в море, нет? Все, а этот быстрее вылезай. Куда? Еще подожди. Еще пленка есть на кадрах, давай. Влад, ну ты чего? Вон до птиц долетел бы, доплыл бы, посмотрели бы, что там. Я не хочу просто парней смущать. Я бы сейчас какую ебал. Не плавать. Не, серьезно. Я хорошо плаваю. Не, а я мало плаваю. Я в спасалке плавал, там был собачий пляж. Не-не, я потом там все равно нырну. Заводь. Я нырну. Обязательно. Вот как же на... Когда волна будет. Да, вот волна, я хочу волну. А то у меня доска для серфинга совсем запылится там. О, держи, смотри, да держи, полез наверх. Туда полезу. Давай. Вот это держи. Ну так, февраль месяц. Нормально. Где жил? В Оксане. В Оксане жил. Ну что, братва, февраль вам как? Февраль месяц. Точно, слушай, мы в феврале купаемся. Нормально, да. Шик! Сейчас я погодите. Вон там бабы сидят вообще. Дайте мне 250, я даже пальто снимать не буду. Пойду. Они там, вот смотри, в окно они прямо вылезли. Из окна смотрят. Что за придурки приехали, бля? Не, они догадались. Че догадались? Они поняли, что си курицу. Они по тебе поняли, что спортсмены, команда спортсменов. Я тренер, я тренер. Чур, я тренер ваш. По плаванию. Я думал, аисты сидят там наверху. Проститутки. Брать команды. Слушай, точно сказать, наркоманы. Ну ладно, нормально, здесь вода, если тепло. Вот смотри, где вид, да, ты что? Здесь волосики, а выжги тоже. Да на голове. Ну мы успеем. Нет, если что-то я уже даже работать не хочу, блядь. Какая работа, Кирюха? Я на юге. Ты зачем сюда приехал? Ты зачем? Я приехал, видишь, даже очки взял специально, что на юге. За что? За 12 тысяч купил. Это? В самолете. Дешевые тысячи там. Это вчера при нас баба, знаешь, сидит рядом, выебалась. И купил у этой нахуй проводницы, блядь, значит, за 12 500 нахуй это. Очки. Очки? Ты такая раз пятнашку достают. Стёкла и пластмасса. Вот такие же чмошные очки, да? Ты охуел, что ли? У меня пиздатые. У тебя пиздата, а у нее чмошные. Это так глаза одеваются, да? Это. 12600 она так отслюняла. За 12600 через Пашки, слышишь, мы с тобой по 200 рублей на пиво гнашем, а тут, блядь. Вон они.
из кармана. Это я, блядь, мы с женой два года назад ездили, полтора года назад на этот, как его, в Пицунду, в Абхазии. И, короче, это... Да ладно, не одевайся, так пойдем. Да так пойдем. У меня были линзы, тут трусики выжимали. Ну так это самые лучшие кадры. Я, короче, нырнул, у меня, короче, вот это вот улетело. Знаете, как плакал, я потом, блядь... Все, выжимай, я отвернул. Да выжимай уже, прикройте его, банду. Не надо ничего прикрывать.